Завершился региональный этап уже ставших традиционными всероссийских спортивных соревнований среди школьников. Юные спортсмены прошли квалификационные этапы в муниципалитетах области. Об этапе спортивного многоборья расскажет Сергей Рожко. Юноши и девушки из городских и районных школ Астраханской области приехали на центральный стадион, чтобы побороться за путевку на всероссийские спортивные игры. Этим соревнованиям предшествовали отборочные соревнования, которые проходили в зонах районов, среди районов, в зонах и среди городских команд. И победители съехали сюда. Здесь именно команда будет, именно команда поедет. И не сборная там один с одной, один с другой, а вот именно команда, которая займет первое место, вот она будет представлять нашу область. Осенью в Анапе им представится такая возможность. На всероссийском уровне фортуна редко жалует астраханских школьников, но ребята настроены решительно. Вообще я занимаюсь легкой атлетикой в городе Знаменск. И здесь сейчас я пробежала первое место среди нашей команды у девочек и пробежала первое место среди всех команд с временем 3:40. За меня, конечно же, болеет моя мама и папа. Также болеют мои два брата. И бабушки, дедушки. Как правило, в каждой команде от 8 до 16 человек. Это ребята 12-15 лет. Дабы достичь спортивных высот, многие начали подготовку заранее. Мы тренировались, после школы оставались на тренировке, бегали и 100, и 400, и 600 метров, даже километры бегали. Тренировались, последнюю неделю мы тренировались, не ходя в школу. С утра до вечера. Надо отметить, что программа состязаний обширна. Школьники соревнуются не только в легкой атлетике и гимнастике, но и в волейболе, пулевой стрельбе и стритболе. Сергей Рожко, Юрий Строгов, РЕН-ТВ, Астрахань.